Всего в регионе в этом году на техническое перевооружение все отрасли здравоохранения направили около 3 миллиардов рублей. Почти все средства выделило правительство округа. Еще часть финансов пришла из федерального бюджета. Закупили 9 новых рентген-установок в детские поликлиники, аппараты УЗИ в женские консультации, стоматологическую технику в школы Югры. Часть денег потратили на современное оснащение реанимации в больницах автономии. Например, приобрели новые аппараты искусственной вентиляции легких. В профильном региональном департаменте отметили, что Югра по техническому оснащению и по обновлению оборудования занимает лидирующие позиции среди всех регионов России. Однако и у нас эта работа не носит плановый характер. Приходится делать иногда больше какие-то скачки. Если в течение определенного планирования экономического мы каждый год выделяем небольшое количество средств для того, чтобы поддерживать актуальное состояние нашего оборудования. Но раз в 3-5 лет приходится вкладывать значительные ресурсы для того, чтобы сделать определенный скачок для поддержания того уровня технологического обеспечения.